Добрый день, друзья! Хотела с вами сегодня поделиться своим заказом, который получила сегодня. Во-первых, хочу похвастаться, что я закончила 9-й шаг стартовой программы. Прошла полностью стартовую программу и, наконец-то, получила свой последний подарочек. Заказала себе жидкость для мытья посуды, естественно, без нее никуда. Мыло для кухни, очень незаменимая вещь. Обычное мыло, жидкое, да, смородина. Пробовала все, кроме этой смородины. Решила в этот раз смородину попробовать. Вот эта вот серия у нас была по акции. Заказала себе тоже много жидкого мыла, гелей для душа, спреев увлажняющих, этих вот для тела. И поподробнее хотела бы вам рассказать про свой ножик. Наверняка уже девочки многие делились, видели отзывы, да, как и я. Ну вот, я заказала свой первый ножик, который был в наличии. Мне очень понравилось, что он пришел хорошо упакованный, не повредив мне ничего в заказе, да. Очень удобная рукоятка. Сейчас вам продемонстрирую правой рукой. Очень удобная рукоятка. На самом деле у меня проблема с ножами, то, что они мне неудобные в руках, в руке, да, и натирают мозоли. С этим ножом не будет такого. Очень удобная резиновая прорезиненная рукоятка. Очень удобно сидит в руке. Она небольшая и не маленькая. То есть очень удобная. Ножик, наверное, самый маленький, который у нас есть, да, по продукции. Артикул 11441. Не хочет камера фиксировать. 11441. Угу. Зафиксировала. Нержавеющая сталь. Очень-очень удобно, девочки, заказывайте. Точно не пожалеете. Маленькие ножи всегда на кухне нужны. Заказала себе вот такой вот чайничек. Это новиночка. Очень тоже радует, что компания заботится о нас и всегда упаковывает все продукты, все наши хрупкие, да, вещи, которые, особенно, да, дом Faberlic, всегда очень хорошо упакован. Еще не было такого, чтобы пришел товар битый, либо со сколом, либо с дефектом каким-нибудь. Порадовало качество в очередной раз. Не разочаровала. Очень хорошее качество. На самом деле поменяла очень много чайников, потому что присутствует такой неприятный привкус в чае, да. С этим уверена просто, что такого не будет. Он у нас из очень качественного материала. Ну, это, естественно, в видео не передать, но глазами это чувствуется, руками это ощущается, потому что уже, ну, не первый чайник в эксплуатации. Пойду его экспериментировать. Обязательно вам напишу свой отзыв. Обязательно оставлю. Артикул сейчас вам скажу. Пришел все в чайник вот в такой коробочке. Так, называется он French Press 11520 артикул. Тоже уверена, что если закажете, не пожалеете. И то, чего я очень ждала с нетерпением, как только увидела, что он появится в новинках, и наконец-то заказала. Наконец-то он был в наличии, я его заказала. Это скатерть. Смотрите, какие ровные и аккуратные швы. Посмотрите, какой цвет. Ну вот я не знаю, камера может передать весь всю яркую палитру цвета, да? Очень все красиво, на самом деле. В середине, я не знаю, видели вы или нет в продукции, да, в середине он гладкий такой, очень вкусно зеленого цвета, нежно, да.
А по бокам вот такие вот очень красивые цветочки. Эмблема Фаберлик, она тоже есть. Не помню, с какой стороны она, но она тоже очень красивая. Мне она очень понравилась. Не первая моя скатерть компании Фаберлик, уже вторая. У меня есть скатерть Алены Ахмадулиной, от которой я просто в восторге. Она более в нежных тонах, да, она бело-коричневая. Вот это вот она будет просто для поднятия настроения. Размеры скатерти 150 на 180 сантиметров, артикул 11644, цветочная коллекция скатерть. Скажу еще, что скатерть не пропускает жидкость, не впитывает, да, и жир. То есть, если вы случайно, ну, это, мне кажется, всегда у всех происходит, случайно опрокинули стакан с, допустим, соком, да, на скатерть, очень неловкая ситуация, особенно в разгар праздника. А можно аккуратненько салфеточкой убрать излишки и не менять скатерть, и не будет никакого конфуза и неловкого состояние, да? Очень хорошая скатерть, советую вам, друзья, обязательно попробуйте купить, радуйтесь, очень хорошее качество. Спасибо компании.